Привет, как дела? Итак, мы находимся на ТАКС-параде, и сегодня тематика парада – еда. Вкусная точка и ТАКСы точка. Поехали! Итак, 10 сентября 2022 года в Петербурге состоялся 10-й ежегодный парад ТАКС. Я посещала это мероприятие всего лишь во второй раз. Так, немножечко расскажу о том, что там происходило. Итак, самым главным действием этого мероприятия является парад, то есть фэшн-шоу на центральном подиуме в парке Академии художеств, что находится на Васильевском острове. Хозяева со своими таксами проходят по подиуму, рассказывают о своих питомцах, чем они любят заниматься, что они любят есть, и показывают наряд, который они подготовили конкретно к этому шоу, темой которого в этом году стала еда. Отрадно было видеть гостей уже из других городов России. Сюда приехали как из Москвы, так и из Ставрополя, из Тулы хозяева ТАКС и представили своих питомцев на суд зрителя, а также компетентного жюри. Также интересно мне показалось то, что в параде участвовало много различных ТАКС, которые ищут дом. На подиуме их представлял приют, который конкретно занимается таксами. Ну и как это все было, хотите смотрите, хотите нет, показываю в течение следующих 30 минут. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Ее прелестная бонита привезли привет Васильевскому району из Северной республики Коми, которая славится царской ягодой, морожкой, грибами и кедрами. Бонита обожает лес, всегда берет впереди хозяев, так любит валяться в грибах, чем очень радует хозяев. Столько часов меня облачали в этот костюм. Итак, Георгий и Гриша в осеннем овощном костюме. Григорий – тигровый такс, лает как ротвейлер, ест вкусняшки как бегемот, любит прятаться под одеялом. 4,5 лет в костюме суши. Шерри – чистокровная петербурженка, она очень любит рыбу во всех ее проявлениях. Анастасия Златов в костюме под названием «Морковка с грядки на даче». Тема костюма выбрана не случайно. Злата по вечерам обожает погрызть морковку. Конечно, в основе костюма должен присутствовать индивидуальный, неповторимый, как говорится, конек. И, несомненно, эта вещь связана своими руками. Марта и Татьяна перебрали различные образы, но почему-то остановились на Чиполлино. Маскарадный костюм называется «Кума-тыква». Марта – участница 10 такс-парадов. Прима ансамбля «Танцующие сосиски». Ей почти 14 лет. Как вы понимаете, костюм в тему нашего разговора называется «Шашлык». Потом воспоминания о ней. Бонита энергичная, веселая, доброжелательная собака кушает, между прочим, домашнюю еду. Галина и Индиго приехали к нам из Тулы. Проехали 1000 километров. Индиго сегодня представлена в костюме очаровательного зайчика. И таксобедя. Костюм луковка Чиполлино. В прошлом слепой щенок, которого хотели усыпить из-за слепоты, и которого спасла группа с таксой по жизни. Просим еще раз остановиться около столика жюри. И на память о сегодняшнем такс-параде вручаем вам еще одну вот такую очаровательную хендмейд таксу.
Илья Дмитриевич Громов. Наши гости из Москвы. Постоянные и любимые участники такс-парадов Илья и Брысь. Илья, мы вам и Брысь вручаем на память эту замечательную таксу. Спасибо, что приезжаете, спасибо, что участвуете. Собака любит гулять, плавать в озере. Все выходные Грейс проводит на даче, а там фрукты, овощи и все под охраной маленькой таксы. Чужое не войдет незамеченным. Отсюда и идея костюма. Грейс любит в качестве лакомства сладкую морковку. Представляет костюм «Сладкий пончик». Ох! О Ричарде хозяева сообщили следующее. Наш хвостик любит домашние вкусняшки и субпродуктов. Ласков, но всегда готов защищать хозяйку на улице. При этом дружелюбен и любит заводить новых друзей. Особенно девочек. Интересный случай. Оказалось, что Ричард замечательный грибник, но весьма скоростной. У найденного гриба останавливается буквально на пару секунд, а потом несется в поисках следующего. Ричард отказник. В семью Ольги он попал в возрасте 2 лет. И вот уже 2 года, как это носатое счастье, живет у Ольги, даря свою любовь и преданность каждому члену семьи. А еще хозяева гордятся тем, что Ричард принял в семью уличного котенка. И теперь он его лучший друг по играм, когда хозяева работают. Ари и Наталья. Название костюма шеф-повар-кондитер. Предпочтение нашего героя. Он любит арбуз и готов сделать все за эту прекрасную вкусняшку. Особенности характера, как любой маленький мужчина, обожает длинноногих, высоких девочек. Всегда пытается сделать вид, что он очень занят перед дамами. Руководствуясь поговоркой, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот так вот. И бакс! Костюм называется «Блюдо крокодилы с запеченными яблоками». Давайте приветствовать дам на сцене. Давайте и крокодилов. Вот они какие. Lexus, Джик и Бакс. Не знаю, хотели ли бы вы попробовать крокодила, но мне кажется, что если разозлить таксу, и она будет защищать свою красивую хозяйку, то крокодилу точно не сдобровать. Костюм называется «Реальный пацан». Реальный пацан, который все сделает для того, чтобы урвать кусочек вкусняшки. Слушайте, ну вот, казалось бы, да, незатейливо, но все в силе. И мы чувствуем, что Хавер — это действительно реальный пацан, у него отличный спортивный костюм. Да, вот они, реальные пацаны. Костюм «Горох». Бутылка столичный и соленый огурец. Но прекрасно. Это, знаете, для гурманов. Один раз Заза забрался на стол и съел ванильный пирог, который испекли для всей семьи. В итоге никто так и не попробовал этот пирог. Пришлось печь новый. Хорошо, что он забрался на стол и попробовал ванильный пирог, а не все остальное, что могло быть на столе. Да, например, горох. Соленый огурчик. Ну и сами знаете, что еще. Перчинка. Ольга Воробьева и Нана. Ольга и Нана. Костюм чили перца просто сумасшедшая. Хоть и не совсем, вовсе я не злобная, просто вас я съем. Родилась такой я, острая, свободная. Таксочка с перчинкой я, гордая и вольная. Ольга, скажите, пожалуйста, а костюм выбран специально или Нана действительно имеет какую-то перчинку в характере? Хотелось бы узнать несколько, даже, так сказать, секретов, может Конечно. Быть. Название костюма – сливочная колбаска. Человек собаки друг. Гастрономические приключения Алисы. Летом арбуз, зимой снег. Алиса любвеобильная, игривая и общительная собака. За столом во время обеда всегда лежит на коленях хозяйки, в чужую тарелку не лезет, но всегда должна присутствовать во время трапезы. Контроль питания хозяйки превыше всего. Вот интересно, а каким образом, собственно, Алиса контролирует питание? Елена Кондратьева и вместе с ней Сорель и Джек. Ага.
Костюм называется «Чаепитие». Известно ли вам, что в чайной промышленности особым почетом пользуется профессия тестера? Такой специалист должен обладать отменным зрением, осязанием, вкусом и обонянием. Это необходимо для определения изъянов чайных листочков, подбора ароматных композиций, сортировки по качеству. Во многом именно от таких людей зависит, к какому сорту отнесут определенные листья чая. Алиса! Итак, дорогие друзья, на подиуме подопечная группа эстакции по жизни. Алиса в костюме, который называется очень просто, но так вкусно. Яичница! Ох! Алиса, чудесная ягоза! Поднимаются Полина и Рики. На такси костюм под названием «Горошек». Как написала Полина в анкете, сладкий вертлявый пирожок. Любимец детей и взрослых. Умеет делать стойку суриката. Полина, мы будем ждать стойку суриката. Любит поспать под одеялом. Специалист по рытью кроватных нор. И поедатель мягких игрушек. Итак, внимание. Оп. Ну вот, и покрасовался. Чего не сделаешь ради горошка? И покрасовался, и поел. Костюм зайка с морковкой. Я все-таки, ну, я говорю, что морковка, тема морковок в этом году крайне актуальна. Итак, это первое появление нашей... Берите на ручки вашу морковку и дефилируйте вместе. Это первое появление, поэтому, конечно же, вот это внутреннее волнение, вот оно присутствует. Катя, Тося, Ефросинья. Снова гости из Москвы. Потрясающе. Кроличья такса Ефросинья в костюме грибная фея. Это первая осознанная осень Ефросиньи. Ей всего один год. И хозяева ждут, что маленькая фея приведет их на поляну, полную грибов. Ефросинья обожает помидоры, охотится пока только на мух, муравьев и ящериц. Еша очень целовательная собака, занимается таксотерапией на улице с прохожими. Со всеми здоровается и целуется по русскому обычаю. А еще очень любит играть с папой в футбол, стоит на воротах и без промаху ловит мяч. Невероятно. Друзья, вот вам, может быть, не особенно видно, но, ну, по причине понятным, по понятным причинам, но вы знаете, невероятно здесь красота. Такие солнце! Оксана и звезда по имени Солнце. Костюм лимонной конфетки. Соля, солнышко, дружочек, ярко-желтенький лимончик. Пусть на вид и кислое, но зато пушистое. Солнце попало в семью Соколовых благодаря группе помощи таксам «Долгий путь домой» «Подари такси дом». Многолетная мать в прошлом и избалованная пенсионерка в настоящем. Такс по радио участвует третий раз и, надеемся, не последний. Тим и его хозяйка Инна представляют на параде изысканную французскую кухню. Какое блюдо деликатес кушают парижанки на обед? Конечно же, луковый суп и лягушачьи лапки. Ой. Так, Тим, лучший в Париже охотник за лягушками. Свежайшие поставки квакающих деликатесов может организовать только он. А его хозяйка, она же хозяйка ресторана на берегу Сены, с удовольствием угостит вас этим оригинальным, приготовленным, изысканным лакомством. Охотник за лягушками и владелец ресторана. Отличный тандем успешного бизнеса. Это французский шик. О боже, ребята, он раз, два, три, семь лягушек наловил наш охотник. Итак, дорогие друзья, на сцену поднимается еще один представитель Франции. Пекарь Алекс и его помощница такса Люси. Где же еще попробовать свежайшие, хрустящие, ароматные, настоящие французские багеты, как не у нас на подиуме? Алекс и Люси, их пекарня по изготовлению настоящих длиннющих таксобагетов. Итак, уважаемые жюри, представляем вам костюм «Багетная рапсодия». Прекрасная музыка звучит. Мини-курьер. Дора любит играть в футбол, полоть сорняки и грызть палочки. А еще она любит путешествовать, объехала пол России и была во многих городах. Любит маму, папу, свою сестренку, кошку, кнопку. Очень гиперактивна и своенравна. Этим летом первый раз прыгнула бомбочкой
в пожарный водоем на даче. Я уверен, что это самая быстрая доставка из когда-либо кем-нибудь предложенных. И он был на 9 такс-парадах, а на подиум выходит в 5-й раз. Тимошка представляет тех, с чьей помощью еда попадает нам на стол, официантов. Тимошка готов принести вам всю представленную здесь еду. Ну, и он, конечно, рассчитывает на хорошие чаевые. В принципе, главный приз от жюри его вполне устраивает. Название костюма – повар-сюшист и его помощница. Зевс всегда контролирует процесс готовки на кухне, чтобы у мамы ничего не подгорело, а папа не остался голодным. После еды обязательно моет свою миску, тщательно вылизывая ее. И сестричкам всегда поможет в этом деле. Большой любитель вкусняшек, игрушек. И самое любимое лакомство, мы не удивлены, это морковка. Зевс о себе. Дома я просто шоколадный, ведь я такой сладкий. Очень люблю бегать по дому со скоростью света и доводить сестричек, таксу Юну, кошку Симу и маленькую Милу, чтобы они не скучали. Как говорят, я за любой кипиш, кроме голодовки. Как истинная дама, она не говорит о своем возрасте, 8-9 лет. Примерно 9 лет. Была спасена волонтерами такс Альянса из неблагополучной семьи прошлым летом. И уже 9 месяцев радуется своему счастливому лотерейному билету в новую жизнь с мамой Светой. Умная, сообразительная, ласковая девчонка. Отличная защитница и охотница. Боня представляет костюм веселого арбуза. Одного из самых любимых и полезных ягод детства. Одна из самых больших ягод в мире, которая растет почти в каждом уголке земного шара. Почти все любят эту ароматную сладкую ягоду. Окунемся и мы в ягодную поэзию. Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус. Даже нос и щеки все в арбузном соке. Бабушка Ириска – участница всех такс-парадов. 20 сентября, внимание, друзья, ей исполняется 15 лет. Браво! Сегодня Ириска в образе перчика, что соответствует ее характеру, остроте мышления и жгучей харизме. Несмотря на возраст, Ириска не уступает в активности и задорности своим подружкам в большой семье. Мы хотим сейчас Ириске преподнести вот такой замечательный подарок. Спасибо большое, что все время, всю историю нашего такс-парада вы с нами. Ну, определить, что Ириска бабушка можно только по этому чипцу. В остальном она совершенно прекрасная молодая леди. Вы простите, вы обо мне? Да-да-да, именно так оно и есть. В сопровождении Варвары. Мальтильда, она же Моти, была найдена этим летом в окрестностях Петербурга и взята под крыло команды помощи таксам «Долгий путь домой». Сегодня Матильда и Варвара дебютируют в образе авокадика. Матильде 10 лет, ее отличает жизненная активность, разговорчивость и эмоциональность. Как говорят, я требую своего авокадо. Авокадо – это сейчас вообще тренд. Да. Авокадо сейчас печатают везде, поэтому вы сейчас настолько модные, что даже представить себе невозможно. Да-да-да. Это очень никто не знал. Тимми и Барса. Это потрясающе! На сцене фруктовый вернисаж. Таксы питомника Целигер – сыроеды. Характер у них разный, но всех объединяет любовь к охоте. К охоте на лягушек, мышей, белых птиц и более крупную дичь. Это сплоченная, дружная семья или стая? Посмотри, наши жюри первый раз не выдержали. Говорит, ну как так? Ну как это так? Это потрясающе! Ребята, они очаровательные, абсолютно. Я не знаю, насколько это возможно вот описать, но честно, вот прямо у меня есть абсолютнейшее желание прямо зарыться в них сейчас. Мимимишность зашкаливает. Абсолютно, абсолютно. Фруктовый вернисаж. Итак, друзья, это Шер, Катю, Торри, Тимми и Барса. Когда правда можно заблудиться, растеряться. Thank you.
уже сумели догадаться, это отсылка к замечательным, к замечательным персонажам, любимым всеми. Это Карлсон, Малыш, Малыш и Фрекенбок. Плюшку не желаете? Вот посмотри, какая легкая Настя на сцене и такой же легкий Марсель. По-моему, они идеальная пара. Несмотря на то, что, между прочим, он несет на себе три арбузика. Сила! Он настоящий мужчина, все тяжести он берет на себя. Музычка. Очаровательный Настя и Марсель. Спасибо большое. Свежеиспеченные эклеры, приготовленные по старинному рецепту с любовью, нежностью и заботой. Три абсолютно разных вкуса на трех абсолютно разных моделях. Темный шоколад Асти, благородная, темпераментная и своенравная. Молочный шоколад Берри, пышная, сладкая, аппетитная. Белый шоколад Влади, нежная, хрупкая и любвеобильная. Эти вкусных три эклера не дождутся кавалеров. Курьер Боря из ресторана «Такса» и «Точка». Хотите поесть быстро и сладко? В этом вам поможет «Такса» доставка. Боря примчит за минуту, не остынет ваше блюдо. У Бори с самого детства наблюдается повышенный интерес к еде. Когда Боря был щенком, он кушал все, больше всех. И с самого детства решил, что его жизнь будет связана именно с ней, с едой. Как там было? Повышенный интерес к еде. Повышенный? Надо запомнить. Я могу в резюме писать. Повышенный интерес к еде. Нет, сегодня у нас у всех повышенный интерес к еде. Абсолютно точно. И я бы, честно скажу, хотел бы, чтобы Боря что-нибудь бы мне такое вкусненькое доставил. О! Толя! Это пицца с грибами! С шампиньончиками! Нельзя не соблазнить. Боря, спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы здесь прямо вот так. Они представляют традиционное блюдо мексиканской кухни. Из носков. После того, как клубок раскручен, носки уже его не интересуют. Можно было бы предложить Гояр, можно было предложить Гояру путешествовать по подиуму способом краба. Такса. Скромняга, путешественник и просто красавец. То есть все-таки пошли по мексиканской кухне, да? Не любит участвовать в мексиканских перестрелках, не любит. Хотя перчик на его костюме говорит об обратном. Гурман от Бога. Съел метр поролоновой двери в детстве, пару папиных футболок, теперь же предпочитает редиску. Правильно. А мы приветствуем Габи, представителя группы «С таксой по жизни». Итак, Габи, Габуся, крупный стандарт, 3 года, собака очень веселая, отлично ладит со своими родичами. Мечтает стать домашней, дорогие друзья. Вот вновь и вновь мы прямо призываем вас, если у вас ёкает сердце от вида этих удивительных, ярких, милых животных, знаете, что некоторые из них нуждаются в заботе и очень жаждут обрести новый дом. Поэтому вот если вы вам... очень приглянулась Габи, то он может стать неотъемлемой частью вашей семьи. Иби и Матильда. Костюм грушинка на торте. Постоянная участница такс-парада, такса Фиби, ее новая подружка Ботя. Она участвует впервые. Ботенька приехала к нам из Москвы. Ее спасли волонтеры группы помощи таксам с таксой по жизни. Сейчас Ботя живет на передержке в ожидании хороших ручек. Ботенька такса с прекрасным характером, спокойная, послушная, очень любит покушать, но активно борется с лишним весом, правильно питается и много гуляет. Так,
И это костюм «Самая осенняя еда». Грибы, паровик и лисичка. Тусе 7 лет, очень характерная и самодостаточная личность. Хозяйка дома любит покушать особенно мясо. Рич около 3,5 лет, бывший отказник из Пскова. Так сошел дом благодаря группе «Такс Альянс» и уже 3 года в Петербурге. Холерик по натуре, но подкаблучник. Представляешь? Слушается Дуси во всем, также очень любит покушать и откажется ни от чего. Особая любовь – черешня. То есть Дуся любит мясо? Да. А Ричи любит черешню? Черешню. Вот такие абсолютно разные удивительные характеры. Приветствуем Елену и Лорентиса в образе дачников. Ну, а что, собственно говоря, делают дачники осенью? Конечно же, они собирают урожай. Идея костюма навеяна вопросами, комментариями, которые Елена и ее подруга многократно слышат на прогулках. Дело в том, что Лорентис – жесткошерстная такса, а эта разновидность породы до сих пор не такая известна. Потому Елена уже не удивляется комментариям. Сардельтерьер? У вас бобер? Простите, это кошка или собака? Мама, смотри, ежик! Ну и самый удивительный комментарий, который я слышала хозяйка. Выдра! Ну и такие простые. Вы уверены, что у вас такса? Или там, бородатая такса? Такие бывают. Лисьего носа Оскар первый мой. Вот такая, вот такое имя. Лисьего носа Оскар первый мой. Да, вот именно так. Название костюма — острый перец чили. Оскар любит прятать игрушки и лакомство, прыгает как кошка, ищет, раскапывает игрушки и снова откапывает. Любит прятать свиные пятачки между стеной и матрасом. Когда голоден, сам приносит игрушку хозяину для игры за корм. Порой утром будет, облизывая рот и глаза, но иногда спит столько же, сколько и сам хозяин. Итак, друзья, Клим и лисьего носа Оскар первый мой. Клим, а как вы сокращенно? Как вы сокращенно называете? Оскар. Оскар. Каракула – отличный пловец-охотник. Не пропустит ни одного такс-парада. И это для него 10-й выход на сцену. На самом деле он не кровожаден, а совсем наоборот. Браво ветерану сцены и старейшине семьи спасателей такс, попавших в беду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А вот сейчас становится опасно. Разбегайся, что называется. Кузьма Сергеевич появляется на нашем подиуме. И Инна Антипова-Рождественская. Кузьма Сергеевич, костюм под названием «С планеты динозавров», где каждый, кому еда и большие приключения на хвост. Зеленый гигант, двигатель Янец, антиродактик Кузьма Сергеевич. Как хищник, разумеется, предпочитает мясо, дичь, белую рыбу и очень, очень любит маленьких детей. Но исключительно целовать и подставлять пузо для прямых чесушек. Ну, собака. И почесали пузико его. Привет! Екатерину и таксу Нику. Костюм конфетти. И выбор, ну, собственно, костюма был обусловлен понятными причинами. За свои 1.5 года Ника сгрызла 3 пары итальянских сапог, 1 диван, 2 лежанки и более 100 игрушек. Все это для нее настоящие лакомства. Знаешь, когда дети грызут все подряд, говорят, что у них зубки чешутся. А я с удовольствием прочитаю о них. Это прянички. Данилка 8 лет жила в клетке и плодила элитных щенков. Но потом она попала в нашу прекрасную такс-семью с таксой по жизни. Данилка учится доверять человеку. Она получила шанс на новую жизнь. Сегодня она предстанет перед вами в костюме тульского пряника. Это потрясающий тульский пряничек. Она сама как пряничек. Маленькая, миниатюрная и очень вкусная. Впервые самый очаровательный ковбой на нашем параде. С Женей приехали из Ставрополя. Ставрополь, друзья!
костюме ковбоя самая сложная в профессии ковбоя – это перегон скота. Джерри с этим справляется на отлично. Мы приветствуем Джерри и его хозяйку. Ну и ковбоя, конечно. Вот так! Итак, дорогие друзья, Симона и Оксана. Оксана, это хозяйка, Симона – это замечательная наша участница. Хот-доги, бургеры, пицца, суши – все это никогда бы не пришло в наш дом, если бы не было ее такса-доставлякса. Такса, которые всегда рады. Мороз, дождь, ветер или раннее утро. У вас не желание никогда выходить. Один звонок, и такса-доставлякса бежит к вам. С нетерпением тоже ждем. Наши гости из Москвы, постоянные и любимые участники такс-парадов, Илья и Брысь. Также Грейс и Светлана. Ярослава, Дмитрий и кроличья такса Евросиния. Алексей и Дора. Создание, какие яркие костюмы. Я ни в коем случае ни на что не намекаю, я ни на кого не давлю, но грибочки — это вот просто все, это любовь в моей жизни, да, абсолютно. Да, не забудьте привязаться не только перед нашим уважаемым жюри, но и еще раз показаться зрителям, потому что им также вершит судьбу специального приза зрительского. Ну, так сказать, да, зрители выбирают приз зрительских симпатий. Итак, друзья, вот они наши, вторая группа полуфиналистов. Сейчас также у вас есть возможность повлиять на наше уважаемое жюри. Вот чем, так сказать, вы можете? Кто-то мимимишностью, да, кто-то оригинальностью костюма, кто-то своим напором, кто-то красотой, да, поэтому прямо вот сейчас, возможно, все, что угодно вы можете делать. Не забывайте при этом обращать внимание на наших уважаемых зрителей, потому что они также выбирают, кого правильно они выбирают и голосуют за приз зрительских симпатий. Лучших из лучших. В это мгновение, безусловно, нам необходимо обратиться в адрес нашего многоуважаемого жюри. Ну, есть такая традиция замечательная, когда жюри говорят несколько теплых слов о том, как перехватывало им сердце, как у них останавливалось дыхание от увиденного и представленного. На их плечи действительно сегодня легла наисложнейшая задача, но, тем не менее... ручную работу, дизайн, подачу, хозяйку вместе с собакой. На нашей сцене победители танцпарада 2022 года! Погодой. До новых встреч на 11-м. Мы будем с терпением встречи.